Итак, всем здравствуйте. Сегодня с вами опять я, Рик Майт, и это третья часть моего летсплея на игру Slender the Rival. Я думаю, мы начнем. Продолжим, точнее, вторую часть, которую мы засняли, грубо говоря, вчера ночью. Сейчас я вам хочу напомнить концовку второго моего летсплея. Так как я там немножечко затупил в конце и не до конца заснял. Ну там я все средактировал, там сейчас все нормально. Вот я выложил свое видео на YouTube. Вроде все хорошо. Да, я буду иногда кидать ссылку под своими летсплеями на свой канал на YouTube. Вы, если хотите, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду очень благодарен вам. Это поможет мне продвигаться дальше как летсплейщику. Можно и так сказать. Но я думаю, мы сейчас начнем. Сейчас загрузится, и мы начнем играть. Сейчас пройдет заставка. Точнее, нет. Уже все, уже началась игра, да, как я понял. Ну ладно, мы пойдем. Так, что-то ты сильно ходишь громко. Ну ладно. Вот шаги какие-то у него сегодня. Странные. Что он слишком громко бегает. О, мы опять выходим в лес. Лес это вообще классная штука, потому что с него все и началось. Вот мы вышли с завода. Так, нам, наверное, надо идти на ту вышку, потому что я еще с первого своего летсплея видел вышку. Там я вижу записку какую-то. Опять все прокатил, да ну тебя нафиг, я из-за тебя чуть ли не сдох. Так, пойдем дальше. Ну вообще, вот разработчики, правильно, они сделали просто неимовернейший лес, просто реально красиво. Все сделано, все обработано, но я помню, когда играл в бета-версию, там вообще практически ничего нормального не было. Сейчас они ее жестко изменили, и я решил запилить летсплей. Так, вниз, я думаю, мы не пойдем, потому что мы там разобьемся. Ну или что-то с нами случится. Ну точно мы не выживем. Так. Я думаю, пойдем мы по вот этой тропинке. Да. Именно по ней мы и пойдем. Ну вот смотрите, ну разве не шикарно? Ну просто реально сделали все на высшем уровне. Мне, в общем, нравится. Все нравится. Так, вот я не знаю, может наверх надо было идти. Вот тут поебать. Ну, сейчас посмотрим. А мне кажется, тут еще поебать. Хоть там идти. Так, или... Так, там что-то горит. Наверное, мы пойдем туда. Потому что там что-то горит, и в основном все, что горит, так фаер горит. Горит фаер, мне кажется, значит, что-то тут было. Или кто-то. А может и я тут был. Лучше включить фонарик. А то мало ли хрень какая-то. Не знаю. Так. Мы зашли в какую-то пещеру. Мы уже вышли из нее. Опять какой-то завод, я не знаю, или гараж какой-то, так что это. Я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть. Да я бы с удовольствием, но в смысле в игре, но все равно мне как-то хочется ее пройти. Думаю, пойдем дальше. Так, я думаю, мы продолжим, так как меня прервали телефонным звонком. Что? Что за твою мать? Что за... Бля. Что она делает, твою мать? Девчонка, беги. Ты, блядь, беги. Слендер идет, зелененьким светится. Иди отсюда. Что? Твою мать, какого черта? Так, закройте 8 дверей и окон. Так, блядь, закрывайся, тварь. Так, одну закрыли. Так, я не понял, а я что, за эту девчонку играю? Твою мать. Твою, блядь, двери. Эти двери меня бесят.
Так, закрывать, да, надо? Так, тут все хорошо. Черт, блядь. Да уж. Так, там все вроде нормально. И где тут эти 8 найти надо? Да откройся ты, черт возьми. Вот всегда с этой, блин, игрой были проблемы с дверью. Вот этого разрабы не учли, как ее открывать. Вот нельзя было просто одним кликом сделать. Так, тут закрыто. А тут не все двери. Бля. Чё у тебя бардак такой в квартире? Ты чего? Так, входная дверь. Блять, входная дверь. Ты ё-моё. Так. Вот открыто окно. Думаю, надо закрыть. Так, мы пойдем дальше. Ну вот по-любому надо закрыть сейчас входную дверь, потому что, бля, это ж самое важное. Так, пойдем дальше. Так, открыто окно. Это 4. Твою мать! Твою мать! Иди в жопу! Пианино! Заткнись, пианино! Черт, какого черта? Как? Как он меня убил? Я же закрыл дверь. Черт, возьми. Вашу мать, ё-моё. Как он так пролез? Я не пойму. Че я вообще за эту девку играю? Я не пойму. Это по сюжету так должно быть? Ну я понял, надо закрыть 8 дверей. Или окон. А, 8 дверей и окон. Твою мать, хрену она сама открылась. Это малышка, что-то... Ну, малышка, в смысле, по возрасту, не по статусу. Она что-то шептала только что... Там что-то скея было, скея, вроде это ж страх. То есть ей страшно. Ну, блядь, я бы сам обосрался на ее месте уже. Давно. Потому что одна девочка наедине со Слендером, без родителей, это ж вообще... Да я бы с родителями пересрал бы. Ну, блядь, хорошо, что это игра, а не жизнь. Откройся. Так, вроде все нормально. Все окей. Так, мы идем дальше. Вот эту дверь надо закрыть 100%. Блять, Слендер, Слендер. Черт. Так, мы идем дальше. Ух, черт! Черт, закройся! Закройся! Да закройся ты! Беги в свою комнату, так, беги, 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 девочка, беги, Кейт, или как там тебя, Катя, мне посрать, как тебя зовут. Так, да открой ты дверь! Надо бежать в свою комнату, твою дивизию. Беги, Катюша, беги, Катя, Кейт, Катюшка, Катька, блядь, мне вообще посрать. Так, твою мать, он что, меня убил? Убил? Нет? Что это было? Это загрузка. Значит, я прошел сюжетку. Фу, у меня аж мурашки по коже, ребят. Просто нереально, блин. Вроде не страшно, но на самом деле это капец просто. Так, фу, надо уже завязывать, потому что я уже хочу спать. Так как время уже поджимает, уже почти утро. У меня уже все, у меня я на пределе. Но надо доиграть все-таки, потому что нельзя просто так взять и оборвать видео.
Так, записок, записки, записки. Записок нигде нету. Я думаю, нам надо идти наверх. Так, батареи осталось совсем чуть-чуть. И так как я батарейки в этой игре не находил для камеры, мне кажется, что скоро будет уже конец игры. Потому что не может же она потом без камеры бегать. Так, а что мне, какова у меня задача? Исследовать местность. Ну понятно, что ж еще надо делать в этой игре. Раньше надо было находить записки, и от них все зависело. А сейчас надо просто исследовать местность. Так, включим фонарик. Так, динамит что ли, или коробка какая-то. Что? Что? Что это? 13-я записка. Так, что это было? Беги, Форест. Так, еще одна записка. Ха-ха-ха. Че, поржать решил надо мной? Не смешно вообще. Так. Я думаю, что надо бежать вперед. Потому что других ходов тут нету. Так, че все красное стало? Твою мать! Как? Что это? Что? Какого черта лес горит? Слендер его поджег? Какой-то шепот. Блять. Слендер рядом. А, вот, на вышку надо идти. Все, я все понял. Так, я лучше пойду сюда. Черт. Тихо, тихо, не кошмарь меня. О, бля! Твою мать! Фу. Так, какого черта он появился прямо передо мною? Так, что за хрень, почему я не могу пройти? Что? Так, вот меня обожгло опять, что за хрень, я не пойму, так и должно быть. Я не знаю, куда я вообще бегу, но я бегу в сторону вышки, я думаю, что это правильно. Да, вот какое-то здание, я не знаю, главное, чтобы Слендер прям передо мной не появился сейчас. Это будет жопа просто. Так, а, я дверь даже не закрывал, да? Твою мать! Батарея совсем садится, я думаю, что надо... Так. Что это? Что это, что это, что это? А, мне показалось. Тут ничего нету. Я думаю, дверь закрыть надо, потому что даже я у себя дома теперь дверь после Outlast закрываю. Каждую дверь в зависимости. Так, тут закрыто. Ключ нужен, да? Так. Вот ключ. Прям он, прям вот. Твою мать. Страшновато. Блять, что? Что? Фонарик сдох? И что? Так, я вижу костер, и нам надо туда. По-любому, блять, ну фонарик сдох, ну ты чё? Так, я еще вижу один костер. Бля! Что за черт? Твою мать. Не на... Бля. Так, закрой дверь. Бля. Твою мать. Твой... Что это, блядь, за хуйня? Черт, что-то мне... Это кто, блядь, это Слендер? Что это, блядь? Это Катя? Это Слендер? Это концовка, мне кажется. Давайте послушаем, что он там говорит. Я помолчу пока. I'm so sorry. Они so sorry, короче, Слендеру как-то сделали. Ну ладно, мне, конечно, жалко, это фейк. Все же. Маленькая девочка, ни в чем не виновата. А этот долбанный интеллигент, костюмчик, пришел и похитил девочку. Прямо у родителей. На, я не знаю, на глазах или нет, но...
твою мать, что за... Блять, тебе надо добежать, надо, да? Черт! Твою мать, что это было? Это конец? Что за... Бля... Где... Твою мать! Мой фонарик сдох. Ну нет, 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 нет. Куда мне идти? Куда? Что? Как я буду без фонарика ходить, ребят? Вы ж, блядь, не... О! Черт! Черт! Черт, 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 черт! Что за... Блядь, как мне выйти отсюда? Блядь, ну дай мне уйти, пожалуйста. Я уйду, только не убивай, пожалуйста. Так, записка. Книга, я не знаю, книга это записка. Так, бля. Куда идти? Вот еще какая-то записка. Так, это какая-то вообще даже не записка, я не знаю даже, что это. Блядь, что мне делать? Что делать? Кто там плачет? Твою мать, я не хочу туда идти, там темно, у меня нет фонарика. Я в каком-то полуразрушенном доме. Не знаю, не хочу я туда идти. Да что, блядь, за херня в этой игре? Что, блядь, тут творится? Это уже, блядь, не Слендер, это какое-то, блядь, уебачество просто. Плачущая девочка, ты чё? Блядь! Твою мать, надеюсь, мне к тебе надо? Катя! Фу, ёб твою, какая нахуй Катя! Это все? Нет, это не все. Блять, это моя нога. Надеюсь, это моя нога. Потому что вдруг я её... Так что? Что, блять? Меня куда-то утащили? Что вообще, блять, творится? Я ни хера не понял. Меня убили, что ли? Так, надо подождать. Загрузка. Это все? Да уж, блядь, мне эта концовка напомнила концовку из Bioshock Infinity, блядь. Тоже нихуя непонятно. Блядь, что за черт? Не может же такого быть. Ну, я не знаю, просто это нелепая концовка, кажется, как по моему мнению, но хотя игра получилась реально на славу. Ну, если это концовка, значит, давайте подведем итоги этой игры. Ну, тут итоги таковы, что игра мне реально понравилась, она была довольно-таки страшная. Летсплеи на нее делались хорошие, ну, и сама игра хорошая сама по себе. Не было никаких заморочек, никаких багов. Вообще, вот игра, правда, получилась у разработчиков шикарная просто, но это уже не тот Slender, которого мы знали раньше, он уже не такой агрессивный был. Мне кажется, разработчики убавили его агрессию, так как, например, в том же хосписе меня Slender мог убивать с 5 метров. Я просто подходил, не смотрел даже на него, он убивал меня. Ну, в общем, итоги таковы, что игра... Отличная, просто отличная, но есть некоторые минусы, так как Слендер уже недостаточно агрессивный. И, блять, агрессивный, говорю. Агрессивный Слендер уже не тот, который раньше. Ну, в общем, я думаю, что на этом хватит. Слендера мы отсняли. Теперь мы будем смотреть, какие игры будем проходить дальше. И мы встретимся с вами уже в следующих летсплеях. До новых встреч, с вами был Рик Майт. Пока. Сейчас. Пока.